глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. В муниципалитете на данный момент оборудовано 3 пункта по адресам: Можайское шоссе, дом 134 и улица Маршала Бирюзова, дом 3 в Одинцово, а также улица Герцена, дом 13 в Звенигороде. Глава проверил, как организована их работа и как хранятся вакцины. Он отметил, что в настоящий момент проводится вакцинация от коронавируса медиков, сотрудников образовательных учреждений, полицейских и социальных работников.